Лучших дорожников накануне профессионального праздника наградили за труд и рекорды этого года. Ремонтный сезон в Новосибирске завершили, выполнив норматив. Впервые за 7 лет дорожники обновили больше 1 000 000 квадратных метров асфальта. Результаты классные. По сленгу, да? Выдающиеся. Здорово, молодцы. Хочу отметить и добавить к результатам, обратить особое внимание, это на великие цифры. Они почему великие? Потому что они очень и очень редко до этого у нас проходили. Это строительство тротуаров. Это достаточно большой объем, я считаю. Вот. Это, если в среднем взять, не ошибусь, порядка 30-40 километров. Ну, лиха беда начала. Мэр в своем поздравлении отметил, город невозможно развивать без развития дорожного хозяйства. И речь не только о строительстве и ремонте, но и содержании улиц. Лучшим дорожникам сегодня вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Поздравление с профессиональным праздником стало логическим финалом рекордного ремонтного сезона. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!